Выборы президента в Молдове пройдут 1 ноября текущего года. За соответствующее решение проголосовали 50 депутатов от ПСРМ, ДПМ и независимый депутат Александр Олейник. В своей речи депутат от партии ШОРА Марина Таубер подвергла критике действующего президента. По ее словам, Дадон стал большим разочарованием для тех, кто возложил на него свои надежды. Депутат от фракции ПДС блока АКУМ Лилиан Карп в своем выступлении отметил, что Дадон должен уйти в отставку, а досрочные президентские выборы должны состояться летом. Депутат от фракции АКУМ платформы «Да» Юрий Реница заявил, что президентские выборы должны состояться гораздо раньше путем отставки. В свою очередь социалист Влад Батрынча сказал, что Игорь Дадон – президент, за которого проголосовало такое количество граждан, о котором многие в высшем законодательном органе даже не представляют. А неуважительные заявления, адресованные главе государства, также свидетельствуют об отсутствии уважения к гражданам. По словам Батрынча, люди, выступавшие с речами, сами причастны к незаконным действиям, и их имена фигурируют в делах правоохранительных органов. Депутат от фракции Демпартии Дмитрий Дьяков отметил, что проводится голосование по техническому проекту, в котором указана дата президентских выборов. Люди, по его словам, являются теми, кто будет решать. Они избирают парламент и президента каждые 4 года. После выступления проект постановления был одобрен большинством депутатов, присутствующих в зале. Срок полномочий действующего президента истекает 23 декабря. В соответствии с законодательством парламент вправе своим решением назначить дату выборов президента республики не менее чем за 60 дней до дня выборов. Решение, принятое на заседании, вступит в силу 15 августа. С предложением назначить выборы президента на 1 ноября выступил сам глава государства, который заявлял, что решение обусловлено тем, что в обществе муссируются слухи о намерении власти перенести выборы на более поздний срок, и чтобы отмести все эти инсинуации, было принято решение предложить парламенту назначить выборы президента на 1 ноября текущего года.